Хамовниках появятся реабилитационные центры для спортсменов. Это видео-версия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко заявил, что в Хамовниках построят реабилитационные центры для спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Разрешение на строительство действует до августа 2022 года. Объект будет возведен за счет инвестора. В центре реабилитацию смогут проходить российские сборные команды и ветераны зимних видов спорта. В здании будет 4 этажа. Его площадь составит более 3000 квадратных метров. В здании будут размещены помещения реабилитационного центра, зоны отдыха, кафе, тренерские комнаты, комната спортивного инвентаря, медпункт, раздевалки, душевые комнаты и санузлы. Будет создана подземная парковка на 12 машин. Пешеходные зоны на территории центра выполнят из фигурной бетонной плитки. Также пройдут работы по благоустройству и озеленению. После начала строительства будет согласована программа проверок реабилитационного центра, которая рассчитана на все время возведения. Пока это все. Еще больше новостей из жизни российской столицы и не только доступно на сайте mymsk.online. Всего доброго!